Филипп Петрович, здрасте, это Олег Майами. Братан, хочешь кнопку же такую? Я на нее уже кашусь, стою полчаса. Давайте расскажем вообще, что мы задумали. Раз, два, три. Надо спасать страну и с собой. Вот появишься ты такой, да ты там всю эту гейскую тусовку с ума сойдешь. Очень приятно слышать. Филипп Бедросович, мы идем к вам. Я взял с собой миллион. Тихо. Нахера тебе этот YouTube? У меня шея сломана, блядь. Что происходит вообще? Нельзя мою шею трогать. Я найду тебя. Я смотрю «Дневник Хача» и танцую «Ча-ча-ча». Я вижу глотку себе. Сколько Филипп Киркоров тратит денег на шмот? Пиздец. Забирай. Алло. Олег. Ай. Это Филипп. Я понял, я записал. На завтра на 5 часов. Мы тогда в 5 приедем, да? Ну, давай в 5.30. Запишешь телефон сейчас? Да, давайте, уже записываю. 46-46. Геннадий. Ага. Все, мы ему тогда все фамилии наши отправим. Хорошо, договорились. Короче, мы хотим тут YouTube набрать самые дорогие бренды. Да, она чтобы будет офигевать. Да, думать, что мы ей купим все. Да. Она сейчас просто едет такая. Думает, ёпов, наконец-то я дожила до этого дня, развела его, все. Сейчас я себе скуплю полцума. Ха-ха, хрен тебе. Мы чисто поржать. Это Макс Випшопер. В прошлый раз я то же самое сказал на камеру, но не вставил. В этот раз вставлю. Макс, у нее, короче, два плюс. Смотри, нужно три красивых купальника. Три нижних белья. И пару платьев. Коротких, да, каких-нибудь. И туфли под это дело. Нет, смотрите, давайте, пока ее нету, каждый скажет, что не нравится в стиле туки-тук. Мне не нравится, что порой она очень часто колхозно одевается. Мне не нравится вообще туки-тук. Вот туки-тук вообще нет вкуса. Да, и от нее еще пахнет бабушкой. Бро, она вот, на мой взгляд, туки-тук какая-то пластмассовая такая. Давайте заново. Я считаю, что у туки-тук есть вкус. Мне реально нравится, туки-тук одевается очень хорошо. Каждый раз, пиздец, пи-пи-пи-пи-пи. И выглядит так круто и необычно. Уже так естественно, блядь. И сразу все свое. И сразу не скажешь, что трансвестит. Пойдем, пойдем. Кто к нам в гости пришел? Блогерка, да не врывайся ты, и так в YouTube уже ворвался, блядь. Наступаешь на пятки. Наступаешь ты на пятки, здорово. Как ты? Классно, я у тебя первый раз здесь. Смотри, брат, у меня не такие большие владения, как у тебя. Да это офигенный офис. Братан, хочешь кнопку же такую? Я на нее уже кашусь, стою полчаса. Смотри, какая тяжелая, ты ешь, держи крепко. Прикинь, у меня здесь мурашки сейчас побежали. Короче, последние полгода я просыпаюсь и засыпаю с мыслью о вот этой вот штуке. Серьезно? Да. Бро, хочешь, я тебе подарю? Нет. Серьезно? Да нет, она твоя, ты че? Да не, а потом, когда ты получишь, ты мне свою подари. Давай. Давай? Давай. Вот, забирай. Пусть у тебя будет, потом получишь свою золотую и отдашь мне ее. Ну ладно. Ну это по-братски, чего? Да, я думаю, что да. Тем более, Дима реально... Какие сейчас... мотивация для меня какая-то. Ты скажи, ты на новой тачке приехал? Я на новой приехал. Она реально 20 лямов стоит? Да. Реально чуть-чуть меньше. Сколько? Ну мне по-братски там сделали. 15? Нет, больше. 17 где-то? Ну где-то так, да. Блин, покажешь? Хочешь? Очень. Ну пойдем. Мы можем, знаешь, только что нет, вот давай сейчас не надо только там сравнивать, думаю, с BMW, там еще что-нибудь. Ты пойми, что это... Не, я все понимаю. Это другой автомобиль. У меня же не дурак, блядь. Конечно, другой автомобиль. Ребята, блядь, BMW все равно лучшее, что я придумал. Ты была марка. BMW. Да, сейчас Олег потом раз нарисовал BMW. No, she'll never be queen, so now she got the vendetta. Bentley Bentaygas. Эксклюзивно в цвете Bentayga. 20 million keep on talking, I'ma put it where you want it. Смотри, те подписчики, которые нас будут встречать, да. Давайте будем скидываться, и кто проигрывает, будет целовать этого подписчика. Если он нас узнал? Ну, если он узнал, подходит фоткаться, мы... Но мы ему не говорим, вот мы ему не узнал говорим, нас да. кто-то, мы сразу скидываемся, да, сразу да, же. Да. Кто проиграл, вот целует. Да. Я давно говорил, нужно зацеловать своих подписчиков.
Блядь, ты, блядь, ты чё, охренел? Блядь. Плохая идея была идти пешком, я же сразу сказал. Потому что мы разучились ходить пешком, пойдем. Блядь, нельзя идти дальше, Олег. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Всех, кто сейчас подошел. Давай, Олег. Давай, блядь. Целуй, целуй, блядь. Целуй. Это как называется? Значит, он пидор? Нет. Ну, когда мужики целуются, они не пидоры. А как такие фотки называются? Идиотские. Не дотягивается. Не хочу. Да я уже поцеловал его. Я не почувствовал. Дорогие. Раз, два, три. А что такое? Давай, давай. А что? Давай. 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 Давай, хорош. Я прикол. Давай, он тебя не отпиздит. Да он не будет тебя трогать. Давай. Сейчас подписчики такие недоумевают. Что происходит вообще? Они идут на Филиппа? Да, мы идем на Филиппа. Мама. Меньше слов, больше песен Филиппа. Мам, я тебя потом познакомлю с ним. Филипп Бедросович, мы идем к вам. Все про Фила здесь. You can't get much. Yeah, yeah. Че, пастырь? Пока дошли, промокли. Да? Кто здесь? Ооо! Здравствуйте! Привет! Всем привет! Смотри, у Амирана Лям, он готов потратить его, может на карте. Быть, на тебя. Да, снимай верх. Снимай верхность. Ну как прям, там ну, просто как? Прозрачная майка. Да, нет, белая майка нормальная, в том сотрудничестве. Ну, она прям прозрачная. Да. Все хорошо. Да? Да, ничего все. Страшного. Так начинаются все фильмы Brothers. Какие фильмы? Давай я возьму у тебя кофту. Я же тебе не нравлюсь, сиди, сиди. Давай я тебя спасу. Убери руки, убери, убери руки. А? Бля. Столько здесь... Денег чувствуется, дорого, люксово. Посмотри, вот все, ты не, все. Ты не боялся все, ее трогать первое время? Я боялся. Сидел. Она вроде бы самый дорогой внедорожник, да, в мире. Но в то же время ты на нее смотришь, она смотрится немного нелепо. Ну, да, вот я не хотел это говорить, чтобы ты меня не гасил. 100%. Она смотрится нелепо, но это именно английский стиль. 600 сил, 610 сил. Это самый быстрый внедорожник в мире. Блядь, давай прокатим. Давай. Ты мне вот тогда что скажи, блядь, вот ты хорошо зарабатываешь, братан, у тебя все ок. Нахера тебе этот YouTube? Вот ты прям рвешь жопу изо всех сил. Я первый раз вижу чувака, который хорошо зарабатывает, чтобы он так активно лез в YouTube. Ну дальше вот что, вот будет у тебя лям подписчиков, и что дальше? Ну, для меня это вызов. Я хотел себе поставить новый вызов, который будет мне непонятен, неизвестен. Как это добиваться? В какой момент у тебя руки опускаются? И когда последний раз опускались? Из-за чего? Ну, отсутствие какого-то быстрого результата. То есть я привык так, чтобы сразу все было, ну, вот как-то вот получалось. И даже не то, что я привык к этому. Я последнее время просто, когда ты делаешь бизнес, и ты знаешь, как это делать, ты за что бы ни брался, у тебя все получается. Да. И знаешь, и какой-то сразу результат виден. Ну, а так как я себе поставил такую цель достаточно высокую, а миллион подписчиков – это реально высокая цель для меня, это очень серьезная цель. Ну что? Наконец-то. Шпионы! Кто хачет из вас? Я. Вот. Не, ну вот, очевидно же.
Ну, да, никак чуть-чуть. Так сказать, очевидно. Тогда я тоже хач, получается. Вы сейчас просто врываетесь в интернет и к молодежи. 50 лет, так грех не начать ворваться в интернет молодежный. Ну ничего, чем. Главное, все весело. Сколько тебе лет? 26. 26. Вот в 97-м году сколько тебе было? 7 лет. Вот 7 лет у меня было шоу, вот перед я выходил такой зеленый. А я 7 лет первый раз вышел на сцену. Ну видишь, главное, без перьев. Главное, во сколько сейчас тебе и что ты делаешь, и ты молодец. Да, я горжусь тобой. Спасибо. Фил, вопрос он держал в себе. Первый, похож ли он на молодого Баскова? Нет? Это Оду хотел спросить у меня. Нет, вопрос на Рики Мартин. Опа. И скажи, есть ли шанс когда-нибудь у Рики Мартина российского поехать на Евровидение? Если он найдет себе правильного музыкального продюсера. Точнее, даже не музыкального, музыкальный у тебя есть, да, по-моему? Да, у меня же Макс, да, ну гений. Поэтому тебе нужен еще... Наставник. Тебе я нужен. Да здесь... Да нет. Да, Олежек, да. Я тебе нужен. Дело в другом, что... И ты привезешь Евровидение в Россию. Серьезно? Ну, я тебе отвечаю. Но я не знаю, просто, что говорить. Я просто не очень хочу туда ехать. Надо спасать страну и с собой. Вот появишься ты такой, да ты там всех, всю эту гейскую тусовку с ума сойдешь. Да. Сведешь. Я приеду. Я просто не сомневаюсь. Ждите, гей. Ждите. Кумир. Серьезно? Они же мужиков любят красивых. Вот. Фил, а Саня, реально, он очень... Ты больше в их стиле. Да? Да. Ты, знаешь, ты видно, что мужик, а еще видно, что красавец, видно, что настоящий мужик. А они же... Ну, короче, я тебе проведу. Спасибо, Фил. Спасибо, Фил. Кто-нибудь я может включить? Да и так сзади. Ребята, включите, пожалуйста, кто-нибудь я. Иначе в вашей жизни потухнет навсегда ты. О! Вот. Олег, ну что, много гастролей? Нет, немного, правда, вообще. Прям вообще нет. Их нет. Да нет, ну там концерты 3 в месяц. У Олега он скромничает, у него прошел сольник недавно в Москве. 1000 с чем-то человек. Фил, ну если что, есть всегда я. Я готов поехать на Евровидение, порвать их. А, ну давай. Ты их порвешь, конечно, я не сомневаюсь, но ты понимаешь, что в формате он. Он их герой. Вы перепутали. Он их герой. Вот это будет секси от моих туфлин. А какой у тебя размер? 36,5. Мы же договаривались ей только трусы купить. А куда идти-то? Ну здесь куда? Здесь. В смысле? Вот мы вот так вот. Не, ребят, ну как это так? Да, ты бы смог бы Олега отпиздить. Никогда в жизни. Ну, блядь. Не, в смысле, поднимешься ты на него руку. А чё? А смог бы отпиздить его. Слушай, пока не отпиздил, не говори, что отпиздишь. Ты тоже. Один раз попытался, пизды получил. Ну, кстати, да. Чего, блядь? Да, блядь, я тебе все ребра отбил, блядь. Ты охуел? Мне только по ноге. Он, блядь, в моем заводе был. Хуя, блядь, он по-серьезски начал хуярить, блядь. Да он же пошутил, Олег, блядь. Чего нахуй? Самые непредсказуемые друзья на свете, блядь. Блядь, ребята, я сейчас выкачусь на ботике. Кайфуешь? Первый раз, брат, в этом сезоне. Снимаю чехол. Завожу его, прогреваю. Сажусь, одеваю шлем и кататься. Братан, я затюнил, я поставил выхлоп, прямоток, это терминьоне, запатентованный выхлоп, японский, придумал японец, вообще мега чувак. О, ничего себе, здесь еще и смотрите, да. Какой дисплей. Звук, сейчас звук. Когда ты начинаешь,
и у тебя неплохой контент, что-то свежее, тебя поголовно все любят. Чем более популярным ты становишься, тем больше у тебя появляется людей, которые вот просто тебя готовы растоптать и раздавить. Уже даже на тебя начинают там писать, что да он жулик, да он заебал, да разводняк какой-то, да, тренинги. Такие люди, конечно, попадаются, но я и в офлайне с людьми встречаюсь, и мне никто никогда в жизни, как и тебе, наверное, никто никогда не говорил никогда в лицо, что ты мудак. Я уверен, и подходят люди, которые писали так, блядь, а вживую фоткаются 100%. И говорят, что ты охуенный. Да. Блядь, лицемерные пидоры, блядь. 100%. Такого ни у кого не было, даже у Афони. Новый постоянный герой в ДХ. Фил. Это моя любимая песня. Снег. Не дает кому-то расстать. Снег растаявший, он вода. Ты одно лишь должна знать. Я люблю тебя навсегда. Кстати, вот это вот мероприятие для быстрого переодевания. Здесь? Да. Пока поедете. Ну, дело в том, что у меня за 20 секунд я переодеваюсь с одного костюма в другой. Сколько в месяц Филипп Киркоров тратит денег на шмот? Шматье? Да. Пиздец. Больше, вот больше 3 миллиона рублей. Чего? На костюмы и шмот. Это вот в месяц. Больше. 5? От 3 до 5 где-то, 100%. Где-то, да. В месяц? Да. Так это мало. Здесь у нас директорат, здесь у нас подарочные пакеты всякие. Это нам подарки, да? Да, выдайте, пожалуйста, качам. Ходите, вот, колбаска. Будешь, брат? Ну, ты же хочешь. Ну, возьми один кусочек. Колбаска. Возьми кусочек, да нельзя отказываться. Спасибо. О, смотри, тут как. Крылья, да. Да, вот так спиной, спиной. И я разворачиваюсь, типа. А кто был инициатором фита с Тимати? Вы или он? Как-то само собой все получилось. Вот, кстати, буклет. Смотри, как тебе идет. Коронован? Или сам Филипп сам тебя короновал. Стало стать подарок? Суперзвездой, да. Серьезно? Подарок, да. Спасибо. Обязательно надо привести в порядок свой голосовой инструмент. Вливание, тонизирующие голосовые спорты. Ну а что? Сейчас прямо. Офигеть, какой. Я вижу глотку Филиппа. Я тоже видел. Не только ты. Ну ты знаешь, что это такое? Мне по 6 вливаний делают. Я не хочу злоупотреблять, потому что подсаживаешься. Да я понимаю, дорого просто. И, конечно же, дорого. Но ты звони мне, я проспонсирую твои вливания. Ой, извините. Готово? Нет или да? Убери камеру, блин. Да блин, нет! Так носить? Ну как? Просто разрыв, блядь! Чувствуешь, да? Самый кайф, знаешь, что в чем? Девчонкой кататься. Причем не с женой, а с новой. Бля, начинается. Ребят, добро пожаловать в Трансформатор. Спасибо за доверие. Я надеюсь на то, что вам понравится этот контент. Поддерживайте его, подписывайтесь. Брат, от меня ссылка на тебя. О, блин. Бесплатно. Спасибо. Спасибо, ребят. Я смотрю «Дневник Хача» и танцую «Ча-ча-ча». Ну что, ребят, всем последний привет. Звонок прозвучал. Начинается сейчас концерт. Все ваши мамы, все ваши папы, зовите их к экрану. Они впервые посмотрят с удовольствием «Дневник Хача». Крылья! Крылья! Интересно, нас кто-нибудь узнает здесь?
Это дневник Хача. Это самые крутые парни в шоу «Я». Поняли? Все вкусно? Некрасиво жрать. Тебя мама не учила? Концерт не начался еще, что это? Открывай дверь. Удачи. Спасибо. Так, ну ладно. Начали. Красава! Да! Красава! Мы так все выглядим. Давайте, да. Давай. Два, три. Это прикольно. Знаешь, в принципе, я могу себе это позволить. Итак. Вау! 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 Ничего. У тебя пищу видно. Ничего не видно. Прикольно так тебе. Да? Хорошо, нравится? Да. Хорошо тебе в купальниках. Какой тебе больше нравится? Вот это. Вообще смотри, теперь говорим 3-4. Это был розыгрыш, мы тебе ничего не покупали. Да, дневник Хача. Фонтанчик, видишь? На Евровидение хочет пацан. Давай, Фил! Можно набить? Это невероятно! Сколько сил вообще? Красиво, мощно. 10 вечерочков и 30 последних лет. Я никогда не видел взрослых людей настолько не, ну, неадекватно себя ведущих. Они забывают об окружающем они мире. Они вспоминают молодость. Да? И они превращаются в детей. Они превращаются... Женщина била вашу охрану. Да. Серьезно? Да. Так, зашквар, да ну нах, дизлайк отхватишь, зашквар, отписка, дизлайк. Да круто, да пускай пообсуждают, кипиши немного, блядь. А, пиздец, Ам, ты реально зашкварился, у тебя возможность позвать любого, но ты зовешь старого, никому не нужного пердуна, скотина. Вы просили что-то новое, мы дали вам Филю. Вы просили... Вы неблагодарная. Вы просили... Мне кажется, наша история с Фили на этом не закончилась, Ам. Ну, блядь, надо будет еще что-нибудь с ним сделать. Конечно. Ну, погулять по улицам, например. Ну, покататься на велосипеде. Мы проверим, как после этого выпуска зайдет. Да, ставьте лайк. Если Филипп зайдет, то если мы еще... обещаем, то, что в следующей серии вы снова его увидите. Если вы досмотрели до этого момента, снимите дизлайк и поставьте лайк. Сломай себе палец. Сними дизлайк, блядь. Да, пидор. Объективно, за что ставить дизлайк? Если ты ставишь дизлайк... Да не оправдывайся, пошел ты нахуй. Ты что нахуй, блядь? Дизлайк поставил? А давай ты как будто дизлайк поставил, а я лайкмен. Нет, я тоже лайк поставил. Привет.
Ты like man? Я тоже. Делал?